Так, друг. Посмотрим, друг. Опа, у нас котенок, да? Да. Декстер. Хлам с пустоши. Плюс 66%. Это типа он таскать может? И что? А, питомцы могут усиливать жителей. Более редкие питомцы дают более мощный эффект. Выдайте питомцу жителю так же, как оружие или костюм. Хорошо. Берем воду. Так, а можете нас ускорить? Давай попробуем. Может, ты не поломаешь ничего? Окей, успех. Хорошо. И давайте еще сделаем один генератор воды. Так. Станция обработки воды. И поставим ее вот сюда. Да, все. Отлично. Теперь она у нас будет каждые полчаса вырабатывать 18 воды. Да? Странно. Я думаю, это быстрее происходит. Ну, потому что он один работает, поэтому каждые полчаса. Девушка, давай-ка сюда идите. Работайте немножко на благо общества. А ты у нас можешь вообще что-то? Можем водить? Куда? Детей мы не можем возить, нет? Жаль, что в казино пускают только взрослых. Конечно, жаль. И у нас казино нет. Так, а чего? Чувак у нас на пустоши. Что делать? Чего? Житель умер в пустоши. Карл Перри. А у него столько всего было. Да ну нафиг. Оживить. Конечно, оживить. Давай-ка назад, чувак. И прям сразу. Да. Ох, как он бежит. Так, хорошо. Собираем. А где ты сам находишься вообще? Куда прибежал? Скажи мне. А, вот ты. Да, мы тебе кота дадим. И не знаю, что... Ну, бронебойка пускай будет, да? Костюм тот же самый. Ага. Так, хорошо. Это на что? Генератор. А, мы уже поставили генератор, да. Точно. Я ее забыл. А в генераторе никого, да? Странно. Что странного-то? В генераторе никого? Как там никого? Пожар! Чувак! Туши пожар! Бегом! О, давай! Тушить! Сюда тушить, бегом. А, тут само все потухло. Ладно, работай пока. Ты немножко сильный, ты будешь у нас работать на генераторной. А ты не можешь потушить один пожар? Потушишь ты пожар, что-то у нас деньги так сыпятся. Нам дадут еще эти чемоданы? Не дадут. Ты у нас побитый немножко. Нам нужен медпункт. Сейчас потушат пожар. И соорудим медпункт. Так, девушка. Давайте-ка вы пойдете продолжать свои дела. Что это там за сердечки? Типа поболеваешь? Ничего страшного. Медпункт сейчас сделаем. Будет все нормально. Так. Куда бы мы его поставим? Медпункт. Так. Давайте вот сюда его воткнем вниз. Часть. Вот сюда. Окей, так. Сюда нужна И. А кто у нас с И? Вот И.
Хороший, не больно, не так неплохо. Так, интеллект, да? А кто у нас еще? Тебя не очень, ты не очень, ты тоже не особо, и ты не так что-то. Че, получается одна только, да? А, и вот ты. Хорошо. Давайте сюда. Так, а как тебя полечить? Так что ли отправить? Без понятия вообще. Что с этим делать? Ну ладно, мы это разберемся. Так, ты будешь лечиться, да? Или нет? А, подожди. Даже не знаю, как его починить-то. Что-то не то делаю. Ну не знаю, не знаю. Как тебя полечить-то? Головой пойдешь? Ладно, разберемся в последствии. Или чё? Что ты нас будешь делать, кудовой? Работаешь? Работаешь, кудовой. А, блин. Что ты пропустил? Медпункт. Информация. То. Подсказки. Помощь. Так, ресурсы. Вода. Ага. Так, статистика, специя, информация, если нажать. Так, распределение жителей. Так, список жителей. Пустошь, ага. Это же здесь пустошь, отправить ее, да? Жителей можно отозвать из пустоши. Старайтесь возвращать их домой до того, как они погибнут. Набрав максимальное количество жителей, автоматически вернутся в убежище. Ага. Так. Изгнание жителей. Происшествие. Уровень жителей. Редкость. Мертвые жители. Счастливые жители. Задача игры. Ежедневный отчет жителей. Так. Угу. Так. Спустя некоторое время нажмите на иконку над ее головой, чтобы убежище появилось нового ребенка. Повзрослев, ребенок превратится в нового жителя. Это понятно. А как нам лечить уровень комнаты? Понятно, все объем комнаты. Кладовая. Комната для тренировок, новые жители радиостанции, изготовление предметов. Это так. Томцы, задания. А где же у нас? Ну ладно. Я не знаю, как лечить. Он сам лечится. Ну, я понял, что тебе нехорошо, но... Как тебя полечить? Он мне скажет. Я вообще без понятия, как тебя полечить. Давай тебя вот так, может, выкинем на разведку. А потом обратно затащим, может, что-то это. Отозвать. Ага. Собрать. И, может, ты сам пойдешь лечиться? Надеюсь. Хорошо. Так, у нас беременная женщина опять ходит. У нас И.
Сюда нужно и. Беременная женщина пойдет сюда. Падение... Хорошо, чё? Чувак, мы тебе дадим пистолет и пошлем вот сюда. Тебя заберем, оставим кулак, тебе дадим винтовкочка. Так. Их убьешь, надеюсь? С автомата-то это легко должно получиться, не? Минус один. Отлично, отлично, отлично. Так. У нас... Что это? Куда? Чего? Мэн. Как ты там так пропустил их? Шмаляйте по ним. Ну, во. Отлично. Охотничье ружье подобрать, конечно. Тут крышечки подберем. Так, мэн, мэн. Сюда бегом. Так, тебе не нужно оружие теперь. Так, сейчас оно... Захреначит. И все будет нормалек. Окей. Так, Мэн побежал куда-то. Убираем крышки. Так, думаю, тебе больше ничего не нужно. Все. Отлично. Отличненько. Так, ты что у нас делаешь? Как же себя полечить? Информация. Блин. Нам помощь. Помощь. Ресурсы. Ладно. Еще раз почитаем. Так, если нажать на ждите, на экране появится страница, на этой стороне так. Ага, выдержите оружие, так. Не то. Распределение жителей. Когда вы перед. Вытаскиваете жителей в комнату, где угловой появляется буква и число. Буква соответствует названию параметра. Подожди-ка. А тут у нас... Меня предполагает блаженство. И что он сделает сейчас? Ну, я понял, хорошо. А вот. Так а чё? Чё вы не тушите? Ой. Он постепенно лечится, походу, я так понял. Что, кажется, было жизни поменьше у него. Сейчас побольше. Так, что-то у нас не то случилось. Как же нам... У нас генератор первого уровня. И это генератор первого уровня. Походу я его зря здесь поставил. Давай мы его уничтожим. Твердить. Нам он пока не нужен. Так, хорошо. И дай, вот электричества мало. Только здесь может... На... Ой, зачем это сделать? Ладно. Так, сейчас пойдем. А, точно. Ладно. Ты у нас немножко побитый. Давай мы тебя. Будьте тут. Дадим тебе оружие.
какой-нибудь, не знаю, вот эту винтовочку. Ну и отправим в пустоши, хоть и побитого. Ничего страшного. Так, у нас этот генератор ничего не производит, да? Как-то странно. Тут нужна сила. А кто у нас сильнее всех? Давай поменяем. Ты сюда. А ты пойдешь сюда. Может, что-нибудь изменится? Так, Патрик. Окей. Да, по электричеству беда. По электричеству беда, беда, беда. И у нас денег мало. Что у нас еще тут надо сделать? Собрать 200 единиц воды. Понятно. Чем дальше в лес, тем больше палок. Она бегает. И да, вода. Подняли уровень. Детишки бегают. Растут. Долго растут. Пик. Угу. Ну ладно. Пускай бегают. 3 минуты 42 секунды. Электричество производится. Ага, они тут стимуляторы делают. Понятно. Может, ускорим? Ну-ка. О, окей, успех. Отлично. А с водой что? 24 секунды. Ага, ты тут одна, да? А то вдруг что-то случится, тебя не починишь. Поэтому... Будь здесь. Не хватает крышечка. О, она и уровень получила сразу. Отлично. Так. Одна секунда и... Так, воду собрали. Сейчас мы вас ускорим. Полетели. Ну, конечно, как всегда. И что у нас случилось? Пожар. Хорошо. Они сейчас потушат это быстро. Что у нас здесь? Также найден предмет. 25 крышек. Угу. Ладно. Киска. Что, что, что? Я с легкостью раздавляю этого таракана. Угу. Хорошо. Так. Ты у нас что делаешь? Ты у нас пока не... Пока ничего не делаешь. Ладно. Вода, еда. Все у нас достаточно. Ну и можно ждать следующих. Что тут? Что это было? Не знаю. Вроде целая. Ждем следующих ивентов каких-то, если появятся.